Каждое третье воскресенье июня в России празднуют День медицинского работника. Как говорят сами врачи, они уже второй год встречают праздник на поле боя. Я горд и счастлив, что служу своей родине и людям, врачам. И смотрю на вас, я абсолютно убежден, что здесь ни одного случайного человека, попавшего в медицину, нет. А вот сейчас, во время ковида, я просто рад, что мы одна команда. Я хочу сказать искренние слова благодарности всем вам, всем без исключения, и вашим подчиненным, вашим людям. Почетные грамоты за добросовестный труд и высокое мастерство в работе получили несколько десятков медицинских работников. Поздравить врачей пришли лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Они поблагодарили медиков за работу в трудный период и вручили им подарки. Хочу им сказать большое спасибо. Низко кланяемся за их труд, за их подвиг, который они совершают каждый день, потому что они сами рискуют своим здоровьем. Многие уже переболели, многие сейчас вот, не хватает врачей. Конечно, не хватает, они тоже болеть начали. Поэтому здоровьем, благополучия, удачи, терпения. И я желаю одно, чтобы скорее это все закончилось. Сейчас, по словам врачей, количество заболевших снова возросло в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. У меня большая просьба, большое обращение. Вы понимаете, что в связи с большими проблемами на данный момент, с большим количеством заболевших данным заболеванием, только вакцинация сможет помочь нам остановить эту беду. Я вас очень прошу, давайте пойдем и вакцинируемся все, и когда у нас будет 80% граждан, которые провакцинируются, мы остановим эту беду. В данный момент вакцину поставили около 20% химчан. Сделать прививку можно как в поликлиниках, так и в крупных торговых центрах, например, в Леруа Мерлен, Хофт, Целига и Грант. Александр Гузаев, Николай Забродин, новости Химки ТВ.